Вітаю вас. Починати торгівлю на Форекс, не встановивши для себе чіткі правила і не вивчивши ази трейдингу, необачно. Інакше і нерви, і час просто витратите. Тож перед тим, як тринкати свої гроші наліво і направо, варто отримати навички управління капіталом. А трейдери зі стажем кажуть, візьміть мані-менеджменту допомогу. Що це таке? З цим питанням я звернувся до свого наставника Олександра Михайленка. Итак, мани-менеджмент. Что это? Мани-менеджмент – это правила управления капиталом. То есть это те необходимые условия, которые должны выполняться, необходимые правила для того, чтобы трейдер грамотно работал со своими собственными деньгами. Мани-менеджмент напрямую имеет отношение к тем рискам, которые неизбежно существуют на финансовых рынках. И непосредственно контроль над этим риском – это и есть контроль над собственными средствами, которые трейдер использует на рынке. Александр, слышал, что не стоит спешить открывать реальный счет, а стоит попрактиковаться на демо-счетах. Почему? Демо-счет – это возможность попробовать себя в качестве трейдера, не используя реальные средства. Это великолепная возможность совершать все те базовые ошибки, которые допускают все новички без исключения, на виртуальных деньгах. То есть это возможность попробовать себя в качестве трейдера, не используя абсолютно никаких средств на рынке. И как долго можно практиковаться? На демо-счете по опыту примерно 3-6 месяцев – это достаточное время для того, чтобы трейдер уже был готов к переходу на некие минимальные объемы собственных средств. А на нем, на этом демо-счету, находятся какие-то реальные деньги или воображаемые, электронные воображаемые? Это виртуальное средство, но при этом трейдер видит абсолютно реальные ситуации, которые возникают на рынке, которые на 100% соответствуют реальным ситуациям, которые видят трейдеры в любой другой точке земного шара. Знаете, слышал еще один совет, что нужно вырабатывать свою стратегию. Пусть лучше будет она плохая, чем вообще никакой. По опыту каждый отдельный трейдер, он добавляет к этим торговым системам, тактикам что-то свое. Он всегда их неким образом модифицирует именно под свои цели, под свои аппетиты к прибыли и к риску на рынке. Я стартую с небольшими деньгами. Могу ли я рассчитывать на кредитное плечо? Какое оно у Альпари? Кредитное плечо – это возможность использования при торговле на рынке дополнительных средств, кроме средств трейдера. Наша компания предоставляет кредитное плечо от 1 к 100 на большинстве типов счетов, то есть трейдер может использовать в 100 раз больше средств, чем у него есть на его собственном торговом счету. Это для новичков как-то распространяется? Это распространяется на всех, без исключения клиентов компании. Причем, если клиент, предположим, по каким-то причинам хочет скорректировать объем кредитного плеча, допустим, уменьшить его до 1:1, он всегда может это сделать на отдельных типах счетов в нашей компании. Что нужно сделать трейдеру, чтобы получить вот кредит и поддержку от Альпари? Кредитное плечо выделяется автоматически при открытии позиции трейдером на рынке. И возвращается оно также в момент закрытия позиции трейдера на рынке. Причем трейдер всегда рискует максимум своими собственными средствами. То есть при всем желании в это кредитное плечо залезть он не может. Это кредитное плечо выделяется бесплатно с учетом того, что позиция трейдера открывается и закрывается в один и тот же день. Если же позиция переносится на следующий день, то взимается плата за пользу кредитным плечом, который составляет примерно 20% от стоимости позиции в год. Отже, укладаючи угоди на Форекс, добре обдумайте використання кредитного плеча, яке надає вам брокер. Кредитне плече збільшить ваші фінансові можливості, тобто в разі успіху я, наприклад, отримую прибуток на всю суму, у разі невдачі ризикую втратити свій капітал. Та хто не ризикує, той ніколи не виграє. Вчіться і заробляйте разом зі мною і нашою програмою. До зустрічі!